пятница. О самых заметных событиях этого дня готовы рассказать корреспонденты ОРТ и я, Наталья Мороз. Здравствуйте. Ну и коротко о главном. С рабочим визитом на восток региона в Орск приехал замминистра строительства ЖКХ России Максим Егоров. Школьников начальных классов будут тестировать на ковид. Об этом сообщают в региональном Минздраве. Карты нельзя. Почему в общественном транспорте отказываются принимать безналичную оплату? Пособия по беременности и родам станут больше. Изменения вступят в силу уже с 1 января. Природа заплатит штраф 11 миллионов рублей. Региональный оператор нарушил антимонопольное законодательство. Всемирный день телевидения. Люди и проекты ОРТ за этот год. Чем гордится первый региональный телеканал с круглосуточным вещанием? Сегодня в Оренбургскую область с рабочим визитом прибыл заместитель министра строительства ЖКХ России Максим Егоров. Работает чиновник на востоке региона. В Орске он планирует провести несколько мероприятий. Ознакомиться с работой котельной номер один, которую модернизировали в рамках федеральной программы 60+. Это программа, которая предусматривает модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства с износом более 60%. Ну а после в администрации пройдет совещание. На месте работает наша съемочная группа. Все подробности расскажем в ближайшем выпуске новостей. Детей начнут тестировать на коронавирус. Об этом заявила министр здравоохранения Татьяна Савинова. Процедура будет делаться бесплатно. Коснется такая сдача анализов пока только учащихся начальных классов Оренбурга и Орска. Тестирование будет выборочное. Его планируют проводить в городах, где наблюдается вспышка заболевания новой коронавирусной инфекцией. Основная задача этого исследования – оценить влияние бессимптомных носителей на уровень заболеваемости. В региональном Минздраве отмечают, что именно дети чаще всего переносят вирус бессимптомно. Оренбург и Орск для проведения исследований выбраны не случайно. Это самые крупные города, где высокий уровень социальных контактов и высокая плотность населения. Совместно с университетом мы проанализируем полученные данные, смоделируем распространение вируса, а значит, сможем выработать эффективные меры управления ситуацией. Теста будет два, заявляет в Министерстве здравоохранения. Второй пройдет через 2 недели, чтобы результаты были наиболее точными. А пока школьники находятся на дистанционном обучении. Больше половины родителей в формате дистанта вынуждены учиться вместе с детьми. Такой результат дал интерактивный опрос проекта ОРТ «Обратная связь». Накануне в прямом эфире ОРТ обсуждали сложности образования во время пандемии. Чтобы получить максимально полный срез мнений, редакция спросила зрителей, стал ли дистант для них проблемой. 12% участников заявили, что их все устраивает. Столько же пожаловались на дороговизну процесса. 21% переживает за качество знаний. Но абсолютное большинство, 55% зрителей ответили, вынуждены учиться всей семьей. Представитель Министерства образования области на такой расклад отреагировала с юмором. Смотрите, да, учимся всей семьей. То, что родители не доучили в свое время, они теперь или повторили, или лучше знают. Так что 56% на 56% наша страна стала грамотней. Во время эфира заместитель министра подчеркнула, дистант – это временная мера, и в самой системе образования ему не рады. Родители высказали основные претензии. Многие переживают, что дети круглыми сутками сидят за компьютером, лишены живого общения и просто не умеют учиться сами. Эксперт программы, врач-психотерапевт, подтвердила, что нынешние условия – это огромный стресс и кризис для всех участников образовательного процесса. Существует 3 стороны. Это родители, это учителя и это ребенок. И главная проблема дистанта, на мой взгляд, что эти 3 стороны не могут договориться между собой, получается. Получается, что есть лебедь, щука и рак, и каждый в свою сторону немножко тянет. Если получится, что... Во-первых, установление иерархии. За детей отвечают взрослые. Взрослые – это родители и учителя. Если родители и учителя будут согласны помогать друг другу, то будет хорошо ребенку. Увидеть полный выпуск программы «Обратная связь» можно на сайте телеканала media56.ru. Напомню, по решению губернатора уже с понедельника ученики младших классов с 1 по 4 вернутся за парты 23 ноября. Остальные школьники пока продолжат заниматься удаленно. А сейчас перейдем к новым данным по коронавирусу в Оренбурге. За последние сутки 4 человека скончались. Все они были с подтвержденным диагнозом COVID-19. Такие данные публикует Федеральный оперативный штаб. С начала пандемии число жертв вируса достигло 175. Всего инфицировано 21 318 человек. Не снижается количество заболевших за сутки. Снова у 189 жителей региона тест на коронавирус оказался положительным.
из лечебных учреждений области за последние 24 часа 147 пациентов выписаны. За все время с инфекцией смогли справиться почти 18,5 тысяч человек. Другим темам. Деньги не берут. На горячую линию РТ обратились жители областного центра. Горожане жалуются на работу общественного транспорта. По их словам, водители отказываются принимать к оплате банковские карты. Подробности в нашем следующем материале. Общественным транспортом Ольга Локтионова пользуется ежедневно. Женщина признается, проблемы с оплатой появились несколько месяцев назад. Причем в утренние часы трудностей с расчетом банковской карты нет. А вот в вечернее время ситуация меняется. Вечером, после шести, в основном все водители говорят, что только наличка или дают листик с каким-то номером телефона и перевести оплату за проезд, поэтому на этот номер. То есть кому я перевожу, куда, вообще непонятно. Мы решили проверить эту информацию самостоятельно. Правда, наличие камеры и дневное время суток, возможно, помогли водителю действовать в рамках установленных правил. Возьмите два. В ассоциации перевозчиков Оренбурга говорят, что проблемы с терминалами оплаты действительно могут быть. Чаще всего это связано с тем, что на холоде батарея разряжается быстрее. Однако случаи, когда водители пытаются присвоить деньги себе, тоже встречаются. Да, некоторые водители по-прежнему недобросовестные, скажем так, пытаются предложить пассажиру перевести деньги на счет мобильного телефона. Это можно воспринимать как воровство, то есть пассажир оплачивает за проезд, за оказанную услугу перевозчику, а не водителю. Если пассажир видит, что терминал работает, а водитель все равно отказывается принимать к оплате карту, специалисты рекомендуют звонить перевозчику. Его номер обычно указан на информационном стенде. Вячеслав Кампа, Константин Воробьев, Новости дня. Сейчас прервемся и вот о чем расскажем далее в программе. Пособия по беременности и родам станут больше. Изменения вступят в силу уже с 1 января. Природа заплатит штраф 11 миллионов рублей. Региональный оператор нарушил антимонопольное законодательство. Всемирный день телевидения. Люди и проекты ОРТ за этот год. Чем гордится первый региональный телеканал с круглосуточным вещанием? Арбитражный суд признал регионального оператора ООО «Природа» нарушителем закона о конкуренции. Теперь оренбургский оператор ТКО выплатит штраф в размере 11 миллионов 400 тысяч рублей. Организация пыталась обжаловать взыскание, выдвинутое ей летом этого года, но суды двух инстанций апелляции отклонили. Установлено, что региональный оператор создал препятствие доступа на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам, а именно организациям, которые осуществляют свою деятельность в области транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Оренбургской области. Препятствие – непроведение торгов, по результатам которых могли сформировать новые тарифы на услуги по транспортировке ТКО. По их итогам региональный оператор должен заключить контракт с организацией, предложившей наименьшую цену за транспортировку отходов. В ходе тендера стоимость контракта существенно снижается, а это способствует уменьшению тарифа на вывоз мусора для оренбуржцев, добавляет в Оренбургском УФАС. Теперь же региональный оператор обязан выплатить штраф в размере 11 миллионов 400 тысяч рублей. Оренбуржцы все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Только в Оренбурге и Оренбургском районе в этом году зарегистрировано 2268 таких случаев. Это почти на 1000 больше, чем в прошлом году. Пострадавшие обращаются в полицию чуть ли не каждый день. Тем временем мошенники придумывают все новые схемы обмана. Об одной из них расскажем в следующем материале. Оренбурженка Надежда Тюшевская до сих пор не верит, что чуть не попалась на удочку мошенников. Вспоминает, когда ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, она засомневалась. Даже обратилась на горячую линию финансового учреждения, где у нее открыт вклад. Но злоумышленники оказались хитрее и смогли войти в доверие к женщине. При первом звонке мне сообщили, что с моего счета ушли деньги. На подозрительное лицо, фамилию не помню, назвали Русланом это лицо. У банка вызвало это подозрение, потому они сделку приостановили, и деньги еще получатель не получил, но из банка они уже ушли. То есть вернуть они мне их не могут. А для того, чтобы изловить людей, которые продают или сообщают данные клиентов,
Им вот нужно проделать такую операцию, которую занимают следственные органы, и просили меня помочь. Далее к разговору подключился еще один человек, который выдал себя за следователя. Злоумышленник объяснил, что женщина должна снять деньги со своего счета и перевести на указанный ими счет небольшими партиями через банкомат. Мошенники убедили женщину, что купюры мечены, тратить или оставлять их себе нельзя. Надежда обналичила более 600 тысяч рублей и только тогда поняла, что чуть не стала жертвой злоумышленников. В настоящее время органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть покушение на мошеннические действия в крупном размере. Следователи уже отправили необходимые запросы, чтобы выяснить, кто и откуда звонил Надежде. В полиции говорят, что личности злоумышленников бывает сложно установить. Поэтому рекомендуют никому не сообщать данные своих банковских карт и счетов, особенно по телефону. Также быть осторожным при покупке и продаже товаров через интернет. Малика Джумалеева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Завтра, 21 ноября, отмечается Всемирный день телевидения. Он был учрежден в 1996 году по инициативе ООН, которая собрала в этот день Всемирный телевизионный конгресс. Телеканал УРТ в этом году отметил свое 8-летие. То, чем мы особенно гордимся – люди, проекты, любимая работа, быть на связи с оренбуржцами 24 часа 7 дней в неделю. Материал без комментариев. Смотрите далее. Героические, конечно, страницы нашей истории. Я думаю, в каждой семье есть такие рассказы, воспоминания. И наша задача – передать их нашим детям, нашим внукам. С Днем Победы вас, 9 мая! Мы готовы продолжить общение с нашими зрителями. У нас новый собеседник. Здравствуйте, меня зовут Елена Добровольская. Я хотела бы рассказать о своем дедушке, Мясникове Владимире Рафаиловиче. Буду помнить, обещаю. Они теперь со стульчиком ходят на пикет. Я вообще вот впервые в своей практике журналистской такое вижу, что люди выходят на пикет с плакатиком, но сидят. Когда хочешь понять человека, которого не понимаешь, надо встать на его место. В психологии это называется проекцией. Это может быть не совсем, скажем так, по букве закона, но по духу вполне. Ребят, привет, нас слышно? Привет! Привет, Бузулук на связи. Еху! А мы мчим в Орск уже совсем скоро узнаем, как же поздравляют ребят на востоке области. Конец рабочей недели. Я и мои коллеги, корреспонденты ОРТ, готовы рассказать, чем запомнится эта пятница. С вами Наталья Мороз. Здравствуйте. We'll be right back.
очередном туре Оренбург играл на выезде с Томью. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Спасибо, Татьяна. Напоминаем, этот и другие выпуски программы вы найдете на сайте media56.ru. Media56.ru – это полный объем информации в любом удобном для вас формате. Радио и телевидение в записи и онлайн. ОРТ, Планета FM, 24 часа для вас и о вас. На этом все. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Всего вам самого доброго и хороших выходных.